31 января по 1 февраля 2013 года в Магнитогорске на площадке арены «Металлург» континентальная хоккейная лига провела семинар на тему «Новые технологии и методы подготовки льда оснащения ледовой арены». Инициатива проведения семинара на базе Магнитогорской ледовой арены исходила от хоккейного клуба «Металлург» и была всецело поддержана Центром хоккейных технологий КХЛ, подразделение, ведущего активную работу по внедрению инновационных хоккейных разработок. Цель семинара – повышение уровня профессиональной квалификации специалистов по эксплуатации и содержанию систем ледовой арены путем ознакомления их с новыми мировыми технологическими разработками и тенденциями. Для участия были приглашены представители всех клубов КХЛ, ВХЛ и МХЛ. В первый день семинара с докладами выступили представители ведущих мировых компаний, специализирующихся на подготовке ледового поля и эффективной эксплуатации ледовой арены. Во второй день состоялась практическая сессия. Представители компании Jet Ice продемонстрировали современные технологии нанесения разметки и рекламы на поверхность ледового поля и поделились с участниками особенностями этого кропотливого технологического процесса. Ну, она, в общем-то, для нас не новая технология. Уже 4 года назад у нас Еврокубок проходил. В общем-то, мы красили уже лед. Это, в общем-то, не краска не бетона, а льда, покраска льда. Значит, второй раз мы это красим, ну, для того, чтобы показать, в общем-то, участникам семинара, как это все делается, эта процедура. Да, процедура достаточно сложная, трудоемкая. Значит, мало того, что мы ограничены рамками, то есть уже 4 числа выходит команда на лед, мы обязаны отдать им великолепный этот лед без всяких задержек. Ну, в общем-то, я думал, что мы это выполним, сделаем. Вот. Ну, а дальнейшее посмотрим, как это будет эксплуатироваться. Может быть, мы возьмем на вооружение эту технологию и будем применять. В завершении мероприятия участники ознакомились с материально-технической базой арены «Металлург», после чего за круглым столом обсудили актуальные профессиональные проблемы. Надо отметить, что семинар прошел в конструктивной, динамичной и живой атмосфере. Участники внимательно слушали докладчиков, задавали интересующие их вопросы, активно дискутировали по тем или иным профессиональным вопросам и делились опытом. Примечательно и то, что сам семинар был организован на самом высоком уровне. Участники мероприятия остались довольны и насыщенной программой семинара, и тем теплым приемом, который был оказан им организаторами. Семинар редкое явление для КХЛ. В общем-то, на протяжении 6 лет это второй. Значит, КХЛ на уровне КХЛ проведено. Первый был в Ярославле перед строительством нашего дворца. И сейчас на нашей площадке, на арене «Металлург», проведено, значит, семинар. Это, в общем-то, знаковое событие для КХЛ, для всего, значит, хоккейного мира страны. Значит, приехали ведущие специалисты, значит, которые строят, оборудуют ледовые арены, эксплуатируют ледовые арены. Значит, ну, идет живое общение, то есть, в общем-то, мы узнаем новое, мы поддаем новое, то есть в плане эксплуатации мы тоже поимели свой опыт, делимся этим опытом, значит, принимаем опыт других арен. В общем-то, полезное мероприятие, почаще надо такие устраивать, потому что живое общение между специалистами, между главными инженерами, между, значит, специалистами других областей, это очень полезно для развития хоккея, для развития арены.